В начале выпуска «Цифра дня» правительство России выделит более 17 миллиардов рублей на развитие автомобильных дорог. Деньги поделят 30 регионов. Эти средства предусмотрены государственной программой развития транспортной системы. В ближайшие минуты о спросе на заграничную недвижимость, курсе валюты, поставках газа на север Ирана. Это выпуск деловых новостей. В студии работает Мария Черешнева. Здравствуйте. Латвия оказалась на грани овощного кризиса. Продуктовые магазины рискуют столкнуться с дефицитом местных овощей, так как запасы подходят к концу. Минувший год в Европе выдался неурожайным. Между тем, тонны овощей гниют на складах, ведь собирали их в дождливую погоду, а после неправильно хранили. Скоро закончатся запасы моркови, лука и свеклы. В некоторых районах страны особенно тяжелая ситуация. Этим летом там страдали от наводнений, и урожай корнеплодов был совсем плохим. Эксперты аграрии подсчитали, запасов овощей хватит на неделю, максимум две. И придется закупать их в соседних странах. Латвия нуждается также в поставках яблок и клюквы. Россияне стали чаще интересоваться заграничной недвижимостью. Спрос по сравнению с прошлым годом вырос на треть. Причем особенно часто россияне присматривали квартиры, дома и апартаменты в Швейцарии и на Кипре. В последнем случае власти заинтересованы в притоке инвестиций на остров и ввели для тех, кто покупает жилье, определенные налоговые льготы. Кроме того, российского покупателя интересуют квадратные метры в Германии, Франции и Италии. Достаточно высокий спрос на жилье в США. Он вырос на 15%. А теперь коротко о стоимости доллара и евро. Информация носит справочный характер и может расходиться с курсами в отделениях. Евро 71, доллар 57 рублей. 5% такой рост в этом году прогнозируют аналитики российского рынка фирменной одежды. Предыдущий год был более умеренным, но застоя в продажах курток, джемперов и костюмов не наблюдалось. Люди хотят носить вещи мировых брендов, а торговые предприятия готовят достойный ответ на запрос потребителей. Какой именно, расскажет мой коллега Константин Клещин. Новосибирск ждет грандиозное открытие второго магазина федеральной сети «Фамилия». Эта компания предлагает покупателям известные мировые бренды, но по выгодным ценам. «Фамилия» — это первая всероссийская сеть, которая работает только с оригинальными брендами по выгодным ценам. Свою известность «Фамилия» приобрела благодаря широкому ассортименту и отсутствию наценок. Рассказывая о сети «Фамилия», в первую очередь стоит упомянуть о новых ценах, которые достигаются путем тесного сотрудничества с зарубежными и российскими брендовыми сетями. «Фамилия» предлагает более 3000 известных марок с выгодой до 85%, расширяя простор для выбора ценителям стиля и моды. В одном размерном ряду могут быть и Пеппи Джинс, и Бен Шерман, и Трусарди, и Дизель. Бренды свободны от цены. Таков девиз «Фамилия». Поэтому покупки здесь превращаются в приятное путешествие по рядам брендов, чтобы найти свой приятный сюрприз. Фамилия гордится своим именем и делает все, чтобы ценители выгодного шопинга получали максимальное качество за минимальную цену. Это уже оценили по достоинству посетители около 200 фирменных магазинов по всей России. 17 февраля всех новосибирцев ждет приятный сюрприз — грандиозное открытие нового магазина в торговом центре Горский в 11:00. Россия заинтересована поставлять газ на север Ирана. Об этом сообщил глава Минэнерго. И добавил, что конкретных решений между «Газпромом» и Азербайджаном и Ираном пока нет. Цитата дня в деловых новостях. Нашим компаниям интересно поставлять газ на север Ирана и получать газ на юге в виде СПГ или по планируемому газопроводу в Индию через Пакистан. И напоследок российские школьники нашли новый остров в архипелаге «Новая земля». Он образовался из-за ледников – ледяной перемычки, соединяющей остров с материком. Судя по всему, это произошло еще в декабре прошлого года. Остров небольшой – 410 на 780 метров, и первыми его заметили школьники из Подмосковья. Документы о регистрации нового географического объекта направлены в Русское географическое общество. А на этом у меня все. До встречи! Смотрите эфир и архив записи телеканала Отс в сервисе Перс Тв.